Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь на станции Акихабара, недалеко от выхода, вот там непосредственно выход из станции. Рядом находится кафе-шоп AKB48 и Gundam Cafe. Это фан, скажем так, фан-кафе, то есть для фанов, это непосредственно продает атрибутику данной группы, например, AKB48, там фотографии всякие, там полотенца и так далее, там, которыми там вытирались эти девушки и так далее, в общем, всякие вещи. А в Gundam кафе, ну там просто как кафе в стилистике этих самых там роботов, там, ну не робот-кафе, потому что кафе-робот здесь тоже есть на Акихабаре, но в другом месте, а именно, то есть, как бы кафешка, и там уже разные тоже эти самые есть, ну как сказать, фигурки роботов и так далее, то есть. Вот, значит, сейчас мы немного пройдемся здесь, посмотрим. Вот находится непосредственно это Crossfire здание, или как оно, Crossfield. Да, Crossfield здание. Здесь проходят всякие выставки, это UDX галерея здесь находится как раз. Здесь проходит выставка работ, на работы устраиваются там всякие джоб-хантинги и тому подобные там вещи, вот здесь находится. То есть... Внутри там, по-моему, на третьем этаже, что ли, или на пятом, я сейчас точно не помню. Вот такая вот импровизированная, значит, это не солнечная, ветряная электростанция стоит. Сейчас уже вечер. В принципе, я решил немного прогуляться по Акихабаре. Вот. Несмотря на то, что сегодня, как говорится, денек такой не слишком, ну, холодный, но в то же время и не жарко, самое то. Ветерок прохладненький дует, прям отлично. Здесь около самой станции находится очень много всяких вот таких вот типа фастфудов, Макдональдс там, всякие там, как она называется, Гаста и так далее, то есть там Якитория, Сигзакаи разные. Вот полицейский японский, этот Широбай их еще называют. Опасные такие типы, вечно прячутся за машинами или в мертвых зонах, чтобы ты их не видел, а сами выискивают нарушителей. В общем, чуть что им там не понравится, сразу же за тобой вяжутся. То есть какая-то такие вот. То есть типы. Вот они, кстати, очень хорошо умеют управлять мотоциклом. Вот. Единственное, ну, как говорится, и по Японии особо далеко от них не уедешь, если в городе по прямой. Вот здесь находится это один из главных перекрестков этого Акихабары. Это как раз здесь находится улица. Вот, кстати, за такой вот глушитель в Японии менты ловят. То есть могут заловить и оштрафовать. Вот находится сам центральный перекресток здесь. Здесь как раз основная толпа и гуляет, в общем. То есть вот там находится сама станция с той стороны, разные кафешки, мейды кафе, там аниме-шопы, разные, то есть как бы продукции там, например, аниме, там журналы, DVD, манго продаются и так далее, фигурки и так далее. В общем, здесь вот и электронные магазины, магазин электроники вот находится вот туда, в ту сторону, вот, начиная отсюда, софтмап и так далее. То есть... аниматы, вот тоже там, вот я вижу, что-то еще там. В общем, много всего. А вот SoftMap, классный магазин, кстати, я там уже затарился. Но сейчас можно купить недорогой ноутбук там или MacBook, то есть бэушный, то есть попользованный буквально там пару месяцев, то есть, но он в хорошем, в отличном состоянии, можно, ну, какой-нибудь ноутбук или компьютер купить. А также можно купить какие-либо там, например, вещи типа анимешные тоже. Там DVD-шки тоже, фигурки они продают. Ну, тоже разную атрибутику анимешную. Сейчас мы на ту сторону перейдем и проверим, посмотрим, что там есть. То есть вот здесь вот, в этом здании на первом этаже обычно устраиваются всякие выставки. То есть, ну, например, там могут распродажу устроить или выставку, например, каких-нибудь атрибутов и так далее. Бывают фирмы, которые устраивают здесь непосредственно там ивенты, разыгрывают призы или еще что-то. А что тут? А, Октоберфест. А Хрона деска? Октоберфест. А Октоберфест деска? А Кё деска?
А, на куда? А кюа на кого? Рыбики, а римаска? А хакен бики гатыдем. Хакен бики миска. Ага. Кучера вот даштара, хакен бики о мурай маска. Хакен бики не на римаска. А, нан май о мурау кудрят бики маска сыном. А где? И чимай. Штори чимай. А, что? Ико. И чимай. Сына оттудем о мудаттара, сой мой кайл. Сузуки, и диска. Жодан. Айда зараз. Сонса, нанджи мады? Ой, нанджи. Нанджи мады? Нанджи мады, ты сказал. Нанджи мады. А, тока, тока... Тока мады. Тока мады, то куджи мады. Ага, ах, ремаши. Айда зараз. О, оказывается, здесь Октоберфест проходит. Ну, какие девочки здесь выстроились. А я и не знал, оказывается, сегодня до Октоберфест на Акихабаре. Да я вообще здесь первый раз на Акихабаре Октоберфест вижу. Вот, что-то тут. А, типа вход бесплатно, знаешь, до 1 по 10 апреля он. Скидка 100 йен, вот если это предъявляешь, значит, на кружку. Ну, конечно, цены там, я вам скажу, елки-палки. Только сейчас глянем, кстати, вот здесь цены есть, да? То есть литр 2700 стоит, пол-литра стоит 1400. Ну, прилично. То есть за эти же деньги можно на Амазоне, например, заказать за 8000 целый ящик такого пива. Там будет 10 литров, я вам так скажу. Вот. Многие так и делают, в принципе. А, ну это я не знаю, что такое, фленсенбургер. Это какие-то фруктовые пиво. То есть там... С персиком, с личи этим и с яблоком. Дальше что? Францисканер. Ну вот я францисканер обычно пью. Вот такое вот белое пиво. Классное на вкус, оно очень такое не горькое. И градусов там в принципе 5, прям самый тот. То есть как бы и не слишком легкое. И самое нормальное пиво. В Мюнхен есть еще пиво за 1400. То есть оно чуть подешевле. Он еще дешевле с Шпатан или как он? Паттон Мюнхенхель 5,2, то есть оно еще дешевле. Вот так вот, но нежданно-негаданно Октоберфест приехал на Акихабару. Прикольно, вот, можно, что там, надо глянуть, что там продаются еще, какие-то всякие там распродажи. А за все по 1000 йен, разные там аниме-атрибутики, разные майки, футболки, журнальчики и тому подобное там. Токио. Сумимасен. А Октоберфест, но тишатся аримаска. Октоберфест, но тишатся аримаска. Най деска? А, наркодо. Айдо. А вот футболки с Октоберфестом нету. Вот, кстати, я вот у девушки спросил насчет это, можно ли за еще одной прийти этой бумажкой. Она сказала, что нет. Сказал только на одного человека одна бумажка в день. Ну это как бы все очень грустно. Я бы так набрал бы их 15 штук, пришел бы, и мне бесплатно бы дали бокал. Да. Ну вот так вот. Паша. Паша кебаб. Паша? Что там, русский что ли работает или что? Паша кебаб. Бегай себе. Первый раз вижу, чтобы турецкий кебаб назывался Паша. Или это кебаб из Паши? Что-то тут нечисто. Я думаю, не стоит этот кебаб кушать. Все-таки Паша мог быть плохим парнем. Поэтому как бы опасно такие вещи кушать на улице. Что здесь еще у них есть? А, здесь картошка в соусе такая жареная. Рис, мясо там еще что-то. Ну и вот такие вот вещи. То есть. Там говядина, еще что-то там. То есть, ну сейчас немного пройдусь, посмотрю, что там внутри. Что тут делается? Сосо, а кучо нан деска? Чеккай. Чеккай деска. Сацуэ. Ааа,
写真撮りたいときに、あなるほど、あなるほど、すごい、いいです。Оказывается, это, короче, шашин, ну, то есть фотки делаются с девочками за денежку, за 1000 йен. 1000 йен одна фотка, вот это да. Типичная. Summerfest, Japan. О, а вот такой магнитик где можно взять? Или что это? Прикольная штука. Товерфест, Япония, ТТТ. Ну, тут разные пиво продают. Там немецкие песни играют, то есть как бы... Я там все не фотографирую, потому что скоро будет концерт. Вот, видимо, вот они готовятся, вечером будут выступать. Ну, ничего, так прикольно. А この концерта はいつ始めますか？少々お待ちください。これからやるのはリハーサルになります。よろしくお願いいたします。5時半からです。5時半ですか？はい、ああ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。すみません。あ、この…ということは、どこでもらえますか？マスサイズの大きいサイズのビールを頼みのお客様にプレゼントしてます。大きいサイズとこちらですね。こちらかこちらかどれも。大きいとマス。こっちが大きい。なるほど。ありがとうございます。